Возьмем ситуацию, когда нападающий душит вас сбоку локтевым сгибом. Главное в этой ситуации не растеряться, атаковать его болевые точки. Для начала подсядьте и заставьте ногу за его ноги. После чего развернитесь к нему лицом. Если дело происходит летом, мы кусаем его за грудь. Наносим удар кулаком в пах. Второй вариант может быть следующим. Значит, вы дальней рукой достаете его глаза и наносите удар второй рукой кулаком в открывшееся горло. Если же преступник душит вас и наклонил голову, и вы не можете достать его этой рукой до глаз, этой же рукой схватите его за мошонку сзади, второй рукой за ухо и толкните его о стенку. Сбрасывайте захват и убегайте.